меня посадили на диету. Так. Мы приветствуем наших зрителей. Последняя игра Фортуны в группе. Идет борьба за славное последнее место. Посмотрим, как наши ебанушки сейчас себя покажут. Настроение очень серьезное, боевое. Проиграть уже нельзя, можно только выиграть. Глядитесь в эти лица, посмотрите на них. Очень серьезный соперник, по-моему, предпоследнее на данный момент место, или мы предпоследние. Так, Фортун начинает, как обычно, блестящий пас, блестящий пас. Кто это, Максим? Максим на Линоса, Линос проебал. Увеличиваем давление, ждем результатов от нашей команды. Так, Дима с мячом, проебал. Так, обвел одного, обвел второго, третьего. Так, Макс, блядь. Какая хорошая мысль, но нет, не смогли. Не смогли осилить. Бачко пропускает Антон, пидорас. Так, Дима, забивай. Блять. Это пиздец. Даже у комментатора кончились слова. Блять, забили, блять. Или нет, или это ошибка, оптический. Блять, какой-то оптический обман, блять. Или забили все-таки. Вот такой комментатор я не слышал. Непонятно. Нет, похоже, Фортуна сильно забила. Блять, зрители ебаные. Пошли нам. Так, игра продолжается. Йоху, плати. Блять, что за всех. Так. Непонятно. Берёг, кто, блядь. Мы с тобой. Так, Дима пытается. Нет, кончил пытаться. Хуяк, блядь, нет, это даже неинтересно снимать, блядь. Вот Линос, посмотрите, какое лицо, блядь, зверское, прямо готов давить, готов исправлять. Молодец, хорошо, блядь, хорошо все идет. Пас, блядь, Линос проебал. Так, это, блядь, вообще что за чудище? Чудище отдало пас. Ебу. Нихуя. Так, соперник очень серьезный. Антон пытается, молодец, он пытался. Мяч у Фортуны. Вратарь в некоторой растерянности отдает Максу. Это была ошибка, блять, Макс проебал, как всегда. Вот посмотрите на это лицо, блять, вот это не спортсмен. Это какая-то лысая, полулысая хуйня, которая ничего не может, блять, не пробежать, не ударить, не отдать. Так, нет, вот блестящий пас. Так, вот, Антон на мяче, блядь, сейчас проебет. Нет, Макс. Блядь. Случайно мяч попадает к Антону, случайно мяч попадает к Максу. Блядь. Вот так мы знаем нашего чемпиона. Вот, блядь, посмотрите на него. Дайте я сейчас даже увеличу. Вот, посмотрите, блядь. Номер 33. Запишите себе, блядь. Сделайте татуировку на заднице с этим номером. Вот так. Соперник ничего не показывает, пока ничего не могу сказать про его профессиональные качества. Но зарабатывает угловой. Очень опасная ситуация для Фортуны. Так, разводит. Блядь, вратарь у нас вон там. Будем надеяться, что сейчас все будет хорошо. Пас. Блядь. Ах, блядь, дорогие зрители, я проебал этот момент. Дело в том, что вратарь вот этот вот там, блядь, я сейчас вам увеличу. Забил с центра поля нахуй нам гол. Нет слов, опять кончаются слова. Так, пас на Диму. Дима обыгрывает одного. Ебок, шлепок. Нет. Не попал. Ох, в очко Линоса, блядь. Зачем ты вообще сделал очко себе? Тварь. Отрабатывает работу, пидорсня. Так, хорошо. Мяч у нас. Сейчас Максова проебет. Нет, Макс доводит мяч до Линоса. Линос ищет, озирается. Пердит, отдает пас Антону. Блять! Ебаный свет, я даже не знаю, опять что сказать. Блять, я просто этого не понимаю. Просто не понимаю, друзья. Не понимаю, как можно было проебать этот мяч. Потом попросите его, это видео, блядь, чтоб скинул. Так. На ютубе, блять, товарищи, комментируйте потом, блять. Не прерывайте нашу трансляцию вашей хуйней. Так, вот опять, значит, зеленый с мячом. Нет, Дима возвращается, так пытается отобрать. Вратарю, вратарь, хуй знает куда. Линос, блядь, скользит, пердит, отдай мяч. Так, вот теперь снова наша звезда Макс отдал мяч на Диму. Дима, ебок! Блядь, замените его, замените. Замените нахуй, так, выходит другая звезда, блядь.
Антон, блядь, Антон сейчас привезет. Так. Ах ты ж, ёпта вашу мать, заканчивается воздух у меня. Вратарь куда-то хуйнул. Блядь, да. Угловой, блядь. Сейчас очень аккуратно надо, очень аккуратно. Вратарь играет нормально, четко играет вратарь. Так, блядь. Зрители ходят, сука, чё они ходят? Встали перед мячом, гоблины, встали, блядь, легли нахуй. Так. Ох ты ж, о, Антон отобрал мяч, пердит, пыхтит. Одно движение, не туда, блядь, сборище инвалидов. Какие инвалиды, блядь, ну вот, вратарь порадовал нас, блядь. Вот, хорошо, опять мяч у Антона. Антон не знает, что с ним делать. Вот, пытается Максу. Макс сейчас проебет. Вот я чувствую, сейчас проебет. Максим ищет, ищет игроков. Линос, блядь, пытался там. Вот опять получил на корягу свой мяч. Удар. Блядь. Хорошо, хорошо. Линос ударил, попал по мячу. Очень хорошо, очень хорошо. Осталось играть еще 4 минуты. О, Максима заменили. Подождите. Все побежали, все, да, правильно, все. Все побежали, все побежали. Все на замену. Выходит ветеран и спонсор нашей команды. Сейчас добавят тут жару наверняка. Линос на мяче, отдай мяч, отдай, блядь, сука, мяч. Так, блестящий пас, что здесь, блядь, сука. Что же делать, неужели мы даже не сможем последнее место, последнее место занять в этой группе? Это кто, блядь? Я даже не понял, это кто забил, блядь? А, спонсор, блядь, забил. Ёбаный свет. Вот, выпустили человека под 60, и он забивает мяч. Смотри, как наши остальные молодые, блядь, так называемые мастера, могут только сраться, да и то без туалетной бумаги. Снова, братарь, хуящик, блядь, так, давайте, навалились, блядь, 3 минуты еще играть, 3 минуты играть. Так, так, обводим. Опять. О, блядь. Нет. Руки, конечно. Судья не заметил руку Линоса. Ух, какой, блядь, вратарь вынул. Молодец, как красиво сыграл, блядь. Так, что-то там какая-то возня. Возня надо отдать. Сейчас. Что-то там происходит. Линос загородил Линос. Ух, какая напряженная игра, какая интрига под конец групповой фазы. Блестяще играет Фортуна, просто переросла себя, переросла соперника, блядь. Да, блядь, не пошло дальше. Но вот сейчас, может быть, сейчас какая-то идея, какая-то искрометная, какой-то искрометный ход, может быть. Нет, блядь, прижались к стенке. Все, так, это чего за хуйня? Ух ты, блядь, как вратарь играет у нас, блестяще. Ух ты, блядь. Очень опасно. Еще один угловой. Нет, нихуя. Он отбирает, отбивает. О, сейчас воротчик, он уже один раз забил нам гол. Как опасно все, как опасно. Вот. Ух ты, блядь, опять, сука, я даже не успеваю камеру крутить. С такой скоростью бьет этот маленький, черненький человечек. Так, Антон снова на мяче, что делать, что делать, все убежали от него нахуй. Дима прекрасно пропускает на Линоса, Линос, все, можно забивать, блядь, но нет, блядь, сука. Почему, это разве у него костыли? Так, Дима опять с мячом, так, Леха может бить, нет, он отдает Антону, и Антон забивает, блестящий мяч. Фортуна твердо занимает предпоследнее место. Не думаю, что что-то может произойти в оставшуюся минуту. Максим, дайте я вам покажу минуточку. Дайте я покажу нашего главного игрока. Нашу звезду, звездульку. Вот он лежит. Он уже, по-моему, даже не дышит. Посмотрите, посмотрите, это бледное лицо. Вот он там. Видит, что камера на него направлена. Помощи просит. Он просит помощи, да, там. Реанимацию вызвать.
Но нет, мы не вызовем никакую реанимацию. Пусть сдохнет. Так. Что такое? Что случилось? А, какие же вы пидорасы. Так, Диме выдали пас. Ох, какой удар. Но нет, блядь, вратарь. Вратарь отбивает этот удар. И этот удар не отбивает нихуя. Вот как играет Фортуна. Блестяще. Вот видите? У Фортуны, конечно, на эту игру произошло колоссальное усиление. Я не играю. И мы видим превосходный результат. А, и Макс не играет. Вот два человека. Два человека убрали. Все, пиздец. А последняя секунда. Все, Фортуна уже уходит. Ура, блядь, ура. Вот болельщики. Болельщики, вот они радуются. Все, молодцы. Всех поздравляем. Блестяще. Спасибо за внимание.